Чичилия Галлерани действительно была великолепна. Поэтому Леонардо, игнорируя показную мишуру и прикрасы, все эти традиционные ухищрения придворных красавиц отдает предпочтение естественной красоте. Он решает изображать модель без каких-либо украшений. Перед нами на картине предстает молодая девушка в непорочной красоте своих 17 лет, в позе, исполненной сдержанности и целомудрия. Ее внимание привлечено неким событием, происходящим за пределами картины, куда и обращено ее на три четверти повернутое лицо. На руках она держит белого горностая, внимательно смотрящего туда же, куда обращен взгляд его хозяйки. Зверек находится в состоянии напряженного ожидания, готов отреагировать на любое развитие событий. Дама и горностай словно сливаются воедино. Между ними воистину трогательное и символическое единодушие. С нежным, добродетельным, сияющим выражением лица Чичилии перекликается безупречная белизна животного, про которого говорят, что он предпочитает пленение и смерть, грязи отвратительной норы. Горностай служит также символом умеренности. Вспоминая об этом произведении Леонардо, говорят о портрете скульптуре, настолько живо представленной и изображенной на нем. Художник выписал горностая, это символическое животное, с такой силой реализма, что кажется, он вот-вот оживет и в полной мере проявит свою агрессивную натуру хищника, какой был наделен и сам Лодовико Моро. Когтистые лапы зверька, готовые к атаке и судорожно вцепившегося в красный рукав девушки, свидетельствуют об этом. Леонардо определенно писал горностая с натуры. Миланские меховщики часто привозили горностаев. Не только их мех, но и сами они вошли в моду, поэтому их нередко держали в качестве домашних животных. Известно, что и Чичилия имела у себя пару этих модных животных. Портрет сразу же заинтриговал публику, приковал к себе пристальное внимание. Начавшиеся пересуды делали свое дело. Основываясь не столько на внешности модели, сколько на движении ее души, что художник восхваляет всякого рода соблазн. В Милане для Леонардо, как для художника, этот портрет явился тем же, чем во Флоренции около 1470 года портрет Джиневры Бенчи. И хотя громкой славы, о которой мечтал Леонардо, портрет ему не принес, он послужил пропуском к герцогскому двору. Леонардо поручили организацию придворных праздников.